Здравствуйте! В студии Сабина Салимова. В эфире Истранет ТВ вечерний выпуск новостей. Наши корреспонденты расскажут вам о самых важных и значимых событиях Истринского района. Смотрите сегодня в выпуске. Опасному вождению нет. Вступила в силу новая редакция правил дорожного движения. На Новой Риге открылся Оби. Зачем нам еще один гипермаркет? Праздник нашего двора. В кафе «Давыдов» прошло очередное детское мероприятие. В среду, 8 июня, вступила в силу новая редакция правил дорожного движения, запрещающая водителям опасное вождение. Нарушителями станут граждане, совершающие необоснованно резкие маневры на дороге. Подробности в нашем репортаже. Дураки и дороги или дураки на дорогах. Для того, чтобы бороться с этим явлением, в правила дорожного движения внесли очередную поправку, которая запрещает опасное вождение. Ведь никто из нас не может быть полностью уверен в своей безопасности, когда зависит она и от других участников дорожного движения. Хамов на дороге очень много, поэтому с ними надо как-то бороться. И одобряем, и поддерживаем. Сейчас, насколько я знаю, не увеличивают сумму штрафа, да, конкретную, а надо за это очень сильно наказывать, потому что люди создают аварийную ситуацию. Хотя есть и те, кто не особенно верит в исправление ситуации на дорогах с помощью увеличения штрафов и других наказаний. Кто опасно ездит, так и будет продолжать ездить, потому что им все позволено. Бесполезно, конечно. Все у нас идет в голове же. Надо, чтобы государство было, а не закон. Опасное вождение – это когда, например, на дороге вам или вы сами не уступите при перестроении транспорту, пользующемуся преимущественным правом движения, или не будете соблюдать дистанцию, или резко затормозите, когда такой необходимости не было. Есть группа водителей, зачастую от 18 до 25 лет, которые очень любят играть в шашечки на дороге, так называемые, не соблюдая при этом ни скоростной режим, ни боковой интервал безопасный, небезопасную дистанцию, да впереди движущегося транспортного средства. Но единственный момент здесь – это критерии оценки. Опасное это будет вождение, не опасное вождение, опасный был маневр или безопасный. Поскольку данные действия каждым человеком могут оцениваться абсолютно по-разному. Иными словами, все то, что влечет за собой гибель или ранение людей, повреждение транспортных средств, сооружений или причинение другого материального ущерба, входит в категорию «опасное вождение». Правда, штрафовать за него пока не будут. ГИБДД Российской Федерации готовит для инспекторов рекомендации по выявлению и процессуальному закреплению указанного нарушения правил дорожного движения. Санкции появятся только к концу года. Сергей Иншаков, Фарида Кочеткова, Анастасия Перминова, Максим Барышев, Истранет ТВ. Компания Истранет запустила новый сайт доступа к городским камерам. Теперь вы можете следить за тем, что происходит в Истре в режиме реального времени. Также для вас доступен архив видеозаписей. В случае необходимости вы всегда можете зайти на сайт freecam.istranet.ru и найти любой интересующий вас эпизод из жизни города. На Новой Риге открылся гипермаркет «Оби». Совсем недалеко от него есть целых два магазина «Леруа Мерлен». Зачем в одном месте такое скопление похожих друг на друга маркетов? Об этом в нашем следующем сюжете. Ассортимент товаров в «Оби» почти такой же, как и в «Леруа Мерлен». Зачем на Новой Риге еще один садовый гипермаркет? Задались мы вопросом. Но оказалось, что есть категория покупателей, которые отдают предпочтение именно этому немецкому бренду. Раньше в Химки там ездили, еще неудобно туда, с этими пробками совсем, а тут очень удобно. Мы живем тут недалеко, в Красногорске, дальше чуть дальше, ехал, заехал, купил, что нужно. Новый «Оби», как и все его предшественники, имеет огромную площадь и, соответственно, огромный ассортимент товаров. Гордость основателей этого магазина – садовый центр. По их словам, здесь собраны растения со всего мира, но только те, которые приживутся в наших климатических условиях и в соответствии с предпочтениями жителей северо-запада Подмосковья. Здесь есть все, что может понравиться и пригодиться дачникам, садоводам-любителям и даже профессиональным ландшафтным дизайнерам. Nicht nur, dass wir hinten zwei Gartenlandschaften aufgebaut haben, sondern wir versuchen natürlich auch immer auf unseren Präsentationen aktuelle Trends und aktuelle Farbkombinationen dem Kunden anzubieten und auch hier zu entwickeln.
Сзади вы видите, как мы создали несколько ландшафтных моделей. И должен сказать, что на своих презентациях мы всегда стараемся продемонстрировать самые актуальные цвета растений. И вы здесь тоже можете это видеть. Но самое большое преимущество только что открывшегося Оби – это наличие новых рабочих мест. В гипермаркет требуется еще около 200 сотрудников. Сабина Салимова, Михаил Моралов, Истранет ТВ. Информация для людей с активной жизненной позицией или тех, кто столкнулся с проблемой и не знает, куда обратиться за помощью. На сайте istra.rf для вас открыт раздел «Народные новости». Если у вас есть значимые факты из жизни города и района, если вы столкнулись с проблемами, помните, у вас есть информационное пространство, где любой зарегистрированный пользователь может написать обо всем, что связано с Истринским районом и его жителями. Ну а если вы хотите увидеть свои новости в выпусках телеканала Истранет ТВ, звоните по номеру нашей редакции. Сегодня на площадке около кофейни Давыдов прошло детское мероприятие под названием «Праздник нашего двора». Организаторами выступили студия танца и фитнеса «Шаг вперед» и руководство кофейни Давыдов. Программа мероприятия была очень насыщенной. Утро началось с зарядки и продолжилось с танцевальным мастер-классом. Также для маленьких участников праздника проходили викторины и эстафеты с вручением сладких призов. Людей было много, дети с удовольствием принимали участие во всех развлечениях. Идет череда мероприятий, таких культурных, в нашем сквере рядом с кофейней Давыдов, который будет проводиться, на регулярной основе, я так понимаю, у нас, потому что очень хороший такой задел был 1 числа, о котором, то есть сквер вернуть в культурное такое поле нашего города. Это уже не первое мероприятие, проведенное руководством кофейни. Сегодня прошел уже второй праздник, организованный совместно с детскими творческими коллективами района за последние 2 недели. Николай Давыдов пообещал радовать жителей города такими праздниками на протяжении всего лета. Около 30 мероприятий пройдет в День города в Истре с 10 утра и до 11 вечера. Помимо увлекательной и разнообразной концертной программы, пройдет также битва диджеев, финал конкурса «Истра ищет таланты» и традиционное праздничное шествие. Еще будет организован кинотеатр под открытым небом, а вечером зрители смогут увидеть лазерное шоу и, конечно, салют. Обеспечивать безопасность в празднике будут 100 сотрудников полиции. Подробную программу Дня города можно посмотреть на сайте istra.rf. Погода в День города будет, увы, не самой идеальной, но и не самой плохой. Завтра, 11 июня, ожидается и днем, и ночью до плюс 13 тепла. Будет облачно с переменным появлением солнца и небольшим дождем. Ветер теплый, южный, 5 метров в секунду. А на сегодня это все. Увидимся завтра на праздновании Дня города. Наши корреспонденты будут рассказывать вам о самых интересных событиях праздника в прямом эфире. Не пропустите! В студии для вас работала Сабина Салимова. Увидимся!